шею я убру. С вами телега Чух-Чух-Чух. Чух-Чух-Чух, с вами Такс еще тут. И Сашка. Сашок, ребята, всем привет. Сашок на пасашок. Все взяли Т-20, насколько я вижу, да? Да, и мы элитные люди на тележеньках сегодня тут будем. Телеги будут просто разрывать очко максимальной забитой сессии. Телега моя перевернулась, но слава богу на чекпоинт. Ты понимаешь, как ее несет? Ты просто... Жесть! Несет бред, который мы несем сейчас. Ёкарный бабос. Я 28... Жесть, ребята. Как ехать. Ой-ой-ой-ой-ой. Макс, вот ты в курсе насчет такой темы, когда я стартую? Каким я становлюсь на старте, блядь? Последним. Yes, of course, you got us. Ну это было... Урод, уйди. Сложно-то особо. Саня! Это я. Лёха, блядь. Да, уже 23-й. Телега! Блядь, его просто сносит! Нет! Мне в обрыв скатили на этой телеге! В обрыв скатили! Ну меня просто обгоняют мою телегу! Пацан какой-то лагает под... Чух-чух, тележка, чух-чух! Я просто сейчас представил, как проводится шиномонтаж вот на такой телеге. Нет, просто, ребятки, я вот ставил вазовскую шестерку, потом мы поставили машинки Лего. Мы решили на этом не останавливаться, и мы ударились в максимальную ностальгию по тем временам, когда был 1886 год, и мы с Максимом на этих телегах такое вытворяли, ёбан! Сколько девок цепляли, да? Сколько нам лет должно быть? А, нет! Мы просто, ребятки, знаете, такие... Я меня прокинул, просто выкинул. Не уважаю вообще на дорогах этих... Сука. Вообще, это BMW, интересно, BMW, Mercedes или Audi, или что? Это топовое. Ух ты! Давай. Подрезает, меня метает по всей дороге. Рампе просто разносит. Что с тобой? Там такая жесть просто. Давай, телегонько покати. Писёк теребок, давай, едь. Телегонько, блядь, теребок. Телега вообще не может, короче, на этой рампе. Чё на изи? В смысле на изи? Я вот на последнем месте. Я уже, блядь, даже не... Я на 13-м, ребятки. Я просто катал на телеге, блядь. Я просто ей сталкиваюсь. Она так устойчива, блядь. Куда за нефтью? Эта телега вообще на чем ездит? Да какая нефть? Мне не нужна нефть. Я люблю нефть. Я люблю газ. Она на метане от говна. Метание. Твою мать, я из этой... Давай в столб. Блядь, зашибись. Да, прокатился. Прокатился, сука. Просрал с 13 на 23 место. Конец-то 20. Я еще даже не самый последний. Вау. Вау. Это такой рекорд, Алиэта, давай. Ценил на этой... Лёха, ты что, Саш? Макака. Обезьяна просто у меня живет дома. Лёша зовут. Лёха, ты заценил движок 8-цилиндровый, как бы там сидит? Нет, у меня 8-цилиндровый, там один цилиндр, сука. Полтора цилиндра двигатель. Объемом там минус 0,1 литр, блять. Минус 0,1 литр? Там объем в минусе, там лошадиной силы в минусе. Ты, как бы, знаешь, сделал тачку, еще должен остался лошадям за то, что ты ее сделал. Сука, это как вообще? Я что, знаю, что ли? Ты здесь спрашиваешь вообще? Играй давай, не слушай, спрашивай. Просто, знаете, в правилах математики можно делить и на ноль, там вообще, хоть что творить, просто назвать. Я гуманитарий, я могу делить и на минус ноль. Ну ты это красавчик. Я да. Вот ставьте лайк, если вы юные математики, а я юный прагматик. Давай, едь, сука, а! Как мне вот вас догнать-то? Ну, вот скажите, пожалуйста, Лёша, там есть какие-то замечательные... Макс, я же особая серия, ты просто менял эти турбоколеса, сука. Этой тачки, это же жесть. Второй круг. Второй круг, это... Ой, она ещё боком заваливает, господи. Чего? Она просто боком ещё валит. Ты прикинь, ты такой просто по городу едешь. Почему? Телега? У меня какая-то неудачная телега, несчастливая, блядь, телега. Челы с Йобурга, если вы смотрите этот ролик, вот вы были в Гринвиче, челы с Йобурга, вы же знаете, какие там тоже телеги старые стоят? Вот вы прикиньте, вот такие телеги, да, просто по городу, вот, просто да. Просто можно, знаешь, представить, так сказать, берешь просто, приходишь в Гринвич, пиздишь с телегу, да, и да. Просто от копов. Просто что пацаны курили? Мы чай, завернутый в газету. Газету? Ну или туалетную бумагу, правда? Знаешь, такая, честно, ну ладно, приятного аппетита. Совковая, знаешь, она уж пожелтела, да? И явно не от старости лет.
она настолько деревянная, что нам просто, знаешь, обрубки дерева. Макс, если что, бумага делается из кусочков дерева, целлюлозы. Так что, как бы, ты сказал сейчас тавтологию. Ну, блядь, совковая бумага. Сука! Пиздец. Нет, совковая бумага, наоборот, топовая самая. Да, так, ну она в кавычках топовая. Телега-то неубиваемая, ей так офигенно подрезать всех. Максим, я взял тебя. О, кто-то на тележеньке едет. Тележеньки? Тележенька? И 30 там. Тележеньки. 30 телег и один Олег. Который тот в Германии за новой телегой поехал. Немец. Модель. Будет брать. Шнеля телега. Так, блядь, покатись. У меня слева что-то слишком много букв. Нет! О, финширо. Пешок, блядский, завел. Сука, блядь. Я не могу, нахуй. Да ебучие ты, телега. Ебать, дырочка. Нет. Давай, держись. Кись. Телега не догнала. А, так на стандартных, сука, я тоже хочу стандартные взять. Ребятки, мы продолжаем, и очень-очень много телег сейчас во второй гонке у нас, и это полный... Быстрее учила внедорожные колеса вообще справа. Все. Я тебя предупреждаю о том, что у нас Максик будет мерцать, потому что у многих на этих Осирисах стоит тюнинг. Вот. Ооо, понеслась, детка. Бля, тележная просто война. Просто все лагает. Телеги просто супер. Лагает, ребята, зачем я записываю... Ой, что за жесть, почему так быстро я ехал? Я зачем записываю 60 FPS, если тут 30-то еле собирается? Не, у меня 60 нормально, все держишься. У тебя хоть 60, у меня 14, блин. Отлично. Много еще зависит от интернета. У тебя, Макс, черное мерцание тоже происходит, да ведь? Я еду первый, мне как насрать. Подожди, жесть, как быстро машина-то едет, а? Вообще топовая телегонька. Давай, давай. Да там все равно валрайд, как бы смысл ехать первым. Ну знаешь, а вдруг повезет, вот ты пройдешь его первым. Это я не знаю, сколько тебе лайков нашлепают по попке. Нашлепают по попке лайков. Знаешь, надо завести сразу чать лайк. Меня обошел эту телегу! Чуваки, просто... Жесть, как-то не ехать-то! Сбивает, сшибает всех. Давай! Черное мерцание, как же вас убрать? Потому что у чуваков тюнинг на этой машине. И тут должна быть только одна рифма. Да. Я просто смотрю на карту, и там вообще такая-то колонна прямо двигается колонна. 30 из 30 человек, мы собрали сессию, и это очень достойно. Это очень... Шок. Жопа начинается, потому что Волдрайд приближается. Волдрайд? Я вижу волдрайд. Дырочки на... Сука, она еле, блядь! А как на это ехать, херни? Стой, реально... What? Как? Походу, все, ребятки, следующая гонка сейчас пойдет у нас. Не-не-не, мы попотеем сейчас на телегоньку. Я заебался потеть, сука, из-за тебя. А, нет, идет! Тихо, там телега тупо заезжает, подожди. Ушел! Что за дичка? Я внутри волрайда, блять, его развернули, спасибо. Дай еще огня, надо дай. Надо было убирать на контакт. Точно ставить, надо. Я разворачиваюсь, сейчас пока я разворачиваюсь, кто-нибудь меня бьет, блять. Пахов, я попасть дальше. Я смог туда попасть, я понял смысл, но... А дальше какая жесть. Понимаю, как... А, если бы попал, я бы просто угорал. Нет, это такой-то нормальный волрайд. Так, какая у кого попытка, уже кто-то считал? Третья. У меня четвертая или третья, я не знаю. Блять, ну зачем ты тут умер? Ну, блин, я так заехал хорошо. Умер. Зачем ты тут умер? Тут пробка, блять. Я заехал. Там пробка внутри, там вообще жопа. Там нет логики как бы в этом. Филиппин, какая? Да. Что-то орёт там что-то на себя. В игре? Ааа, телегонька. Тут блять! Пши на голове, нереально пройти все. Там засор, короче, нужно тир срочно вызывать. Мистер Пропер! Блять, мистер Пропил, отвечаю. Давай! Нота 3. Опять этот таракан вонючий, да что вчера мне тут сегодня тут. Блять! Ебаный телега!
хотел. Пройти это дерьмо. Все, у меня все так хорошо плавно шло и все началось. Да где толкает просто там в этой дыре, блядь. Да как? Сука! Макс, иди в жопу, Макс, отвали! Макс! Ты тут не пройдешь! Да нет, давай я держу! О! Держи дырку! Братки, да придурок! Держи дырку, отвечаю, телега! Держи дырку, давай! Давай, Лёш! Давай, разгон! Блядь! Подожди! Давай, разгон! Да блядь! Жопа жопанская! Давай, как дальше-то? Толкайте, суки! Макс, не возрождайся! Нахуй ты возродился в этот раз? Я на телеге, блядь, по балкону езжу! Так нормально, чё, нормально? О, не закати! Там какой-то микс какой-то на него орут. Это жесть, они едут, не кончаются просто. Самый не кончается. Наблюдай, как эти телеги. Она просто у меня по кустам поехала сейчас. Попельпена, здрасте. Телеги разлетаются. Телега-то хорошо по валрайду держится. Ну так, ну лего-машинка была лучше. Ну лего, да, лего была круче. Она была топовая. Здесь придурочность в том, что как бы, ну, тут явно бесконтактный нужен. Высокий клиренс и еще высокая цена. Высокий клиренс. Сука, что ты несешь? Какой клиренс тут? Я не знаю, жизнь и счастье. Жизнь и счастье. Нужно еще момент поймать, чтобы здесь... Как пройти? How to... Бля! Я зацепился, блядь! Я такой разгон взял, бля, пиздатый. Давай, выталкивай меня отсюда. Телеги меньше в ходе. При любой погоде. Давай. Подъезжаешь, прикинь, такой телеги к телочке. А, так мне можно не возрождаться, я чуть дурак, что ли? Давай, сука, есть! Прошел? Ты прошел? Я еду внутри! Сука, нет, я слетел, блин! Я думал, прошел, просто внутрь залетел. Нет, я там... Я там ехал и там зацепился, сука. Там решали, вы чаще. Бля. А я попробовать, может, то это. А, нет, не получится. О, телеги, калеки. Телеги не тащат, вообще не валят. Сука. Она вообще невозможная просто телега. А кто там встал-то? Что за выбля? Вот как, почему вы в 19 веке люди не думали, что. Ты руль, на руль смотрел, там не руль, блядь, там не колесо, а рулевое. Да ты бомбит вообще. Непонятно, что-то он там говорит, еще при этом что-то там ноет. Он жестоко бомбит. Ладно, сейчас кто-нибудь врежется еще в меня. А, блять, пробка. Давай, пробка. Московская пробка, ничто по сравнению с нашей сегодняшней пробкой. Как дела у вас? Я, кстати, блять, когда никого нет, я врезаюсь в какой-нибудь, блять, теремок нахрен, сука. Когда все есть, я отлично заезжаю. Ёптю. Вы появляетесь рядом со мной. Ребят, ну вы сами понимаете, что сегодня никакой нормальной гонки-то не будет, просто телеги, блядь. Можно в следующем, можно поставить дурак! Бесконтактный, конечно. Придурок! Ну, суп там какие-то, блин, двигать. Да кто там? Блядь, пройду, я вообще буду охренеть, я пройду сейчас задом ее. Ты, сука, таран, YouTube, ты мне, сука, в прошлой игре мешал, свали отсюда, ты достал всех уже. Ты, сука, всех достал, свали, дай поиграть, дай поиграть. Блядь. Сука, я застрял. Когда играть, ты че не будешь? Пиздец. Я теперь буду стоять. Ой, бля, макака нахуй сила. Я просто, блядь, боком ебаш. Макака, блядь, сила. У меня уже просто скулы ноют, я не могу сидеть. Сука, скулы, ебать ты школьник, скула. Шкула. Шкуры. Твоя шкура пришла из шкулы. Я ей дал тебе по скулам. И ты такая паскуда, она сосет и берет за скулы. За школой. Бля! Сука! Самое-то глупое, понимаете, в том плане, что если ты даже удачно залетишь... Там можно зацепиться. Не, там можно просто, блядь, встать в пробку ебучую. Там она всегда, кстати, да. О, Максим! Вот и пробка. Блядь, пацаны, запорищи, говно! Расталкивай, блядь, а к нахуя вы там? Стоит, блядь, почему дать? Всё, короче.
Идите на попу! Двигайся! Пиздец, просто марафон единоличников бы. Макс на тюнингованных тачках, здесь диски спортивные, тормозные, вентилируемые. На телеге, блядь! Телега в 21 веке. Ты с кем? Я с тобой шатался. Ты знаешь, так безмятежно просто полетел, знаешь, ударился по всей и ничего не сказал просто. Давай, 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 блядь, 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 блядь. Я уже верил в тебя. Я реально нормально прошел, ну так, немного. Да блин, ну надоело это уже все. Бля, это смех. Это просто пот, это просто пот. Это мы на телегах, а ты понимаешь, нам еще на нормальных машинах бы мы тоже не прошли бы, как бы, по логике. Тут равные вообще силы. Финишировал на 6-й позиции. На телеге. О, как? Какого? А, ну он не на телеге едет. Мы сказали, что на телеге, нормальные пацаны. На телегах. Ух ты! Че за... Сука, давайте уже финишируйте там все. Я уже не могу, ребят. Просто жесть. Бля, я заехал и шатался там. Ты подкинул так, да. Сань! Пип-пип, уедь. Сука, давай. Подожди, разгон. Блин, теперь я так стал в такую позицию. Я посигналил, ёпты, почему никто не разъехался? Все, я разъезжаю, давай, давай. Так вот, соберемся. Бля. Кулаки, блядь, ебаш! Сука, я не знаю, каким образом это чудо надо пройти, бля. Это, блядь, чудом-чудо, йогуртом надо. В чате уже все бомбят просто. Бля, я в это ниже, сука, просто в упор, знаешь, врезайся, она прямая эта херня, просто как штекер в гнездо залетая в эту, сука, в отбойник этот ебаный. Это знаешь, как USB, блядь, ставит с первого раза? Там чел вообще полностью в обвесах на этой телеге, они вокруг этой телеги за ним ездят, блядь. Эти ебаные обвесы, которые у меня лагают из-за него. Не, у меня все нормально, у меня не особо все сильно лагает, но, блядь. Блядь, опять в отбойник. Ну, блядь, жестоко. Взрывает, летает. Бомбита. О, там чел один залетел и упал. Лузер. Как так-то, блядь, как так-то, блядь, как так-то? Ай, ой, да блин, он меня прокинул! Кустик вонючего говна! Ёбаная тележка, сука! Блять, из Ашана, блять, за 10 рублей, сука! Ебать, я в таком магазине, блядь, ездил! Да что, блядь, по Валрайду, ёб твою, да сука, что ты тут забыл, блядь? Иди нахуй просто! Ставьте лайк, если любите материться, блять. Сизи бой, аюка бой, бля, ебучий отбойник, сука. От первого лица, ты как тут ничего не видно, блять. Что за хуйня, блять? Какой-то дощечка, блять, и какой-то кран, блять, холодной горячей воды, блять. Ёбаный, ты чё, раковина ванная, блядь? Бля, отбойник даже с первого лица словил. Ой, блядь! Парашка! Да что ты будешь, тельняшка, блядь? Тельняшка вонючего, блядь. Нихуя, по кустарникам поехал по Валрайду. Короче, я не могу пройти эту хуйню, никто никогда не пройдет эту хуйню. Никогда прошли, не... люди! Так не до телеги, блядь! На телеге, блядь, проехала телега! Здрасте, Лёша, покрасьте хули. Пока, соси песос. Мы че, какой-то педал, ебать, он улетел. Ой, блядь, сука. Да ёбаная ты телегонька, блядь. Телегонька. Шёл отсюда, да ты мне мешал. Получай, сука. Блядь, что на машине? Открывай, блядь. Я угораю. Какие-то, сука, реально тележки из Ашана. Ебать, ты улетел! Блять, просто дикая уже психоделика. Мои гланды. Блять. Тут ебать надрифтили-то. Почему телеги эти не умеют летать? Я, блять, раньше заезжал, там... А, там все финишируется. Все, спасибо. Измучился я весь нахер. Блять, кривой отрыв. Блять, ты откуда? Извинитесь. Извинитесь.
Извинитесь, блять. Блять! Что это такое? Не Филиппин? Не в ту сторону. В смысле? Всё, гонка потеряна, покончена. Блять, слава богу. Заебись-то как. Короче, друзья, мы решили потушить эти все бомбящие пуканы и наконец-то бесконтактно... Макс, тут вслед. Подвеска на лонжеронах! На лонжеронах! Движок кипит. Это жесть, блядь! Я думал, это уже какие-то... 30 человек! Все, на телегах проще, тут хотя бы без контакта, реально. Ладно, хотя бы без контакта. Теперь мы померяемся силами телег, блядь, нормально. Так мы что, по крыше будем по кругу ездить, что ли? Я не знаю, что ты выбрал-то за херня? Блядь, вот тут надо было контактную, да? Походу. Ты вообще что-то не там угадываешь. А, вот, все, поехал куда-то. Не там угадываешь. Человек, угадай-ка, блядь. Ай, бля. Ай, лол. О, на контейнер залетел. Давай, телегонька. А, щет. Стираю позейшены свои, бля. Давай, тележка. Жесть. Вот сейчас тупо решает скилл телеги, блядь. Скилл телеги. Где ты, сука, какое место? Сука, я там. Прикинь, на лего тачках. На лего тачках еще было бы проще. Ну не знаю, не скажи. Ну хотя нет, она подлетает жестко, когда. Она вообще это как бы жопа. Давай, разгончик. Что за. Где был райд? И просто чуваки летают у меня, блять. Что они творят? Летают. 12 из 29. А Максим, какой ты? Я вот был на третьем, сейчас 9. А вот и тебя и вижу. Здравствуйте. Блять, по рельсам на телеге, смотри. Сука. Жесть. Да что, Маша? Я набомбился, у меня горло заболело, ребятки. Извиняйтесь. Сейчас такой вайт пошел после того, как вот. Вообще просто, знаешь, это как помыться после потной катки. Не доебёшься ни до кого, потому что никто не мешает, ничего вообще не делает. Не, на всё равно на кого-нибудь наорал бы, тут что-то хочется. Все, блин, у меня эти тоже реально мерцать начали, короче, все темы приколы от этой Осирисы. Бля, все еще 12-й, ой! 7-е место! Красавчик. Кросс, Макс, телег кросс. Телега вообще валит. Просто лонжероны, сука. Лонжероны. Один цилиндр двигатель, там три шестеренки, и то открытые, как бы, прикинь, у них пыль попадает, все, жопа. Искра, буря, безумие. Искра, буря, безумие, блядь. Что за набор слов? Вообще-то... Чекпоинт пропустил. Давай. Ой, там кто-то что-то взрывает. Давай! Почему? Я на телеге не долетел, нет! Валю! Я на крыше, yes! Девятый. Ты какой, Макс? 20-й. Поздравляю, чувак! Ты стал 20-м посетителем нашей гонки. Можете забрать свой приз с полки пирожок. Так на этой телеге очень невозможно долететь на крышу. Очень невозможно, ебать ты, мастер. Мастер выражений слов. Экспрессионизм. Блять, она не аэродинамичная, эта телега. Аэродинамичная, не фотогигиеничная, да? Фотогигиеничная, блять, что? Ебаные телеги, все лагает. Я 7-й, Макс, я забрал твою позицию, я ее держу. Если что, хочешь, отдам. Ты серьезно залетел на крышу? С первого как раза. Как залететь на крышу? Вот как? Почему у меня телега-то не валит нахуй? Так, блядь! А на стандартной там, знаешь, какой гудок еще смешной? Там такой... Почему телега-то не едет, блядь? Я залететь даже на Зенторна не могу. Бля. Держись, сука. Что за телеги? Давай! Долети, блядь, Маруся, пососи, да! Маруся, порадуемся, давайте за Марусю. Как залетел? Летел, чё, чмо. О, да, я это сделал. Ну, залье! Куда моя позейшн, сука, с... Морвали. Ой, куда, блядь? Да идите вы нахуй, куда я так ровно-то залетел? Почему сейчас нахуй? Какого куя? Давай. 7-й, все еще, сука, не могу никого обогнать. Ну конечно, чекпоинт, блядь, просто топ in the world. Так, 27-е место, едем на телеге не спеша. А моя телега тоже хороша. Два
Давай, 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 телегонька, кути! Кутёж, кутёж, кутёж! Эх, телега моя. Она ещё заносится. Бля, вообще. Бля, там финиш. Бля. Где, уже финиш? Давай, 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 давай. Возрождайся! Едь! Чёрный экран, блядь! Блядь, 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 сука! Блядь, да чё так долго? Ёбаный в рот. 4 позиции из ебучего возрождения сдал. Дал, принял. Ой. Бля, ёбаный. Я просто еду, блядь, как будто синовоз нахуй качу, блядь. Синовоз. Синокос. Сука, председатели, синокос, по-хорошему, ждём картошину. Изобилие. Я только хозник, блядь, твой тракторист, опа, давай, давай, давай. Охуеть, как я заехал, блядь, как так я делаю. Ты просто скинул, ты обилку включил. Делай как надо и все будет, как надо, как надо. Ну на какой позиции, ребят? На 24. 24, я 24, я тебя погнал. 24 на 7, братан, тигр. Сигар, сигар, сигурмен, не знаю. Тигур. Саш, ты на каком месте? Я 21. Пацаны, вы ебанетесь? Чё нет! Там? Я, блядь, перелетел первый нахуй финишировать мог! Я перелетел ебучий финиш! Что, телега? О, уже финиш! Перелетел финиш! 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 Охуеть! Охуеть! Ну я для себя я финишировал первый. Сука, я летчик, испытатель какой-то! Давай, давай, ровненько, ровненько, ровненько. Камон, все, я еду, я верный путь на финиш держу, блядь! Бля, вы видели? Лайк ставьте! Так, давай, давай, разгон, разгон, телега, бом-бом! Телега бум бум бум, телега бо бо бо. Как? Да что? Как так? Я перелетел, блять, финиш и финишировал четвертый. Че, серьезно? Yes. Хорошо. Я мог первый быть, но я для себя первый финишировал. Это круто. Лайк, пацаны, пожалуйста, поставьте мне. Макс, затонируй свою телегу, отвечаю. Да что я врезаться мог? Мака, мака, пока, нига. Вот так вот я просрал первый свой финиш. Что я там врезался? Серьезно? Я вот так первым мог финишировать, я перелетел. Жопа. Чёртная. Ну ты просто не затонировал тачку. Ну, 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 по-братски. Тележка тонет просто. Телега тонет. Говно не тонет, бля, почему тонет? Телега не говно. Телега тащерская, чмо. Ну ты прикинь, тут просто технология строения машины, как у велосипеда, сука. Ну а ты думал? Раньше, парктроники-то есть? Вот, наверное, справа вот эти, да? Блять, колеса застряли! Сука! Фары диодные, наверное, да? Алёша, Алёша, посмотри, где колеса. Я вижу. Блин, на, в этой промежности щельной, нахуй. Гонка! Ой, блядь! Конец гонки, Макс! Да-да-да-да-да. Конец гонки. Сейчас Макс просто... Блядь! Кидерлох. Нетонированный. А шанс, британская телега, для дранская, блядь. Дранская, блядь. Мои с пятерочек тележка, блядь. На ней, блядь, элиты. Следующие гонки на корзинках будут. Предлагайте свои. А потом на пакетах. Пакетах из Ашана. Из Магнита, из Магнита, Лёха. А потом на руках вообще. Короче, друзья. Я надеюсь, вы восприняли этот ролик как юмористическое хуй знает что, но не как серьезные, блядь, потные гонки. Это чисто... Потому что на телеге нормально, серьезно проходить гонки невозможно, блядь. Просто нереально. С вами был Филиппин, Такс, Алекс Фокс. Ссылочки будут на нас. Пока! Если вы здесь впервые, то подписываемся. Всем adios, amigos, друзья. Как обычно. Пока! Пока, бакучки.